к Денису в гости приехали. Порубиться, потренироваться, чтобы Дениса прочувствовать. Да и Денису надо готовиться. Тяжей мало. 5 часов ехали. А чтобы Денис у нас подготовился полноценно, привезли ему вологодских сырков 300 штук. Витамины, белки, углеводы для подготовки. Я знал, что они везут мне сырки. Я, короче, тоже тут в долгу не остался. Шоколадки Фитрекс, мои самые любимые. Для суставов связок. Флекс. Крутые БЦАшки сейчас мне понравились с Энерджи. Энергетические. Так что... Самый большой шанс у нас у Ильи Грачева. Вот он стеснительный очень. Но мы все постараемся дать ему достойный отпор, достойный поединок. Как и говорил, всем миром Денису помогает подготовиться на предстоящую вендетту. Вот парни приехали даже из Вологды. Проехали 700 километров. Денис у нас настоящий народный чемпион.